Так, привет, Максим. Что сегодня пробуем? Сегодня пробую патроны Лиман от столичника. 33 грамма. Херня какая-то. Чем чаще? Порох Сокол. Хочу попробовать посмотреть, как полетят. Ну ладно, это мне не нужно. Как себя будут вести с мухой. Так, первая серия стоя по грудной мишени на 50 метров. По-моему, вниз ушло на. Даже отсюда. Все. Самокрутный Лиман. Результат? Не очень. Ну да. Ну, в лося, конечно, попал бы. Сейчас попробуем с мешка, да? Да, только, блин, я все никак не могу пристроиться к мешку. Мне как-то места маловато, мне повыше надо. Траншейку подкопаем, да? Да уж. Так, сейчас опять то же самое, только с мешка. Всем привет. Здорово. О, Убичу привет. Да. Здорово. Здорово. Синие штаны 4 раза кур. Да. А что там? Да я сейчас излетаю. Мешка непредсказуемо. А что-то мне вообще сегодня не прет. Раз. А было два. Три. А третья куда-то в сторону ушла. Что-то с мешка хуже, чем стоя. Надо еще раз попробовать. Да, вторая серия. Забей, забей. Короче, поменялись. Сейчас постреляю на 100 метров. Вот с этой обновки что получится. Ощущение, что завалишь немного налево, да? Ружье по стрельбе. Ну, посмотрим, что получилось. Ну, чем, вот Максим, получилось. Смотрим. Последний раз, правда, что-то высоковато взял. Вот оно. Десяточку прямо. Ну, это хорошо. Получилось. Ну, что-то раскидывать с мешка больше даже, чем стоя, да? Ну, не пойму пока. Тут опять же я вот так играю, смотрю. Может, что, держу неуверенно, может, как-то посильнее прижимать, ружье надо во время стрельбы. Продолжим. Серию, да? Сейчас повыше будет немножко. Такой колхоз у нас подставили. Две досочки. Да, маленькая, но зато тарелка 20 сантиметров, тарелка 30 сантиметров, неинтересно. Сейчас все-таки надо... Все-таки с колена. Это уже вопрос престижа. Пока камера включена не была, все попадало. Рядом Рей стоит и хвастается своей саёшкой. Сюда попадаем. Ты сюда выше брал. Решил посмотреть, как. Значит, надо было брать ниже, именно в середину. Ну, сейчас еще раз попробуешь. А ты их между собой соединишь, чтобы серия видно была. Жар птицы.
посмотрим. Ты в зеленую стрелял, да? Да. Новогоднее оформление. Так, Максим уже отметил. В этот раз куда попал? Ну, получилось, вот выстрел. То есть с колена у тебя разброс где-то 40 сантиметров, 50. Не очень пошло, да? Ну, что-то вообще с этими пулями как-то у меня. Что, можешь другие попробовать? Так, где их еще взять? Ну, как мне потом другие, закажу брынеки подобные. А если вот те же Кантарева, вот с Ильей состыковаться на партию? Они вроде нормально летят. Ну, посмотрим. О, вот третья серия. Тоже попадание. Удивляет. А, это я вообще стоя стрелял. Получилось. С руки. Вот была первая серия. Раз, два, три. Вторая серия. Раз, два, три. Нет, три. Третья. Вот получилось. Это вот четвертая. То есть что стоя, что с колена, что с мешка. Что-то как-то они так летят. Может, не знаю. Выводов традиционно не делаем, но все-таки кое-что можно сказать. Хоть с колена, хоть с мешка, хоть стоя, что-то эта пуля у нас не летит. Да. Да. Что-то как-то, да, не тот результат, который хотелось бы. По крайней мере, вот стрелял. Там брынеки подобные пули давал Илья, стрелял, по-моему, даже Контарева мне давал несколько пуль. Кучность у меня гораздо, ну, скажем так, в пределах вот было. А дульное сужение у тебя цилиндр, да? Цилиндр стоит, да. Слушай, а можешь поставить получок? Есть у тебя сейчас? Есть. Давай попробуем с получоком еще. С получоком? Да. Ну, можем попробовать. Ага. Завершающая серия. Попробуем. С получоком? Да, с получоком. Пуля та же самая. Дистанция те же 50 метров. Из морки пулей стрелять вращение. Кто бы это говорил? Сюда поставить получок и стрелять дробью по птичкам. Она идеально для этого. Ну, что есть, то есть. Чаш сносит. Пойдем проверим. Так, идем проверяем. Завершающая серия. Ну что, разница существенная. Так, и раз, вот. Раз, два, и три. Вправо, правда, уход есть небольшой. Но кучность улучшилась в два раза. Вот что значит получок поставил, да? Ага. Нормально. Теперь с него пристреляться, да и все. Да. Вот, с получока получше. По крайней мере, он девятка, десятка практически. В следующий раз уже сразу с получоком будем, да? Не восьмерка, да. Пуля Кантарева, 50 метров, получок. Дуло, дуло снимай. О, перстень. Жар птица красивая. Интересно. Не поспорим. Так и так и да. Все, пойдем глянем. Как и не было. Вот смотри, вот раз. Два. Вот два. Где-то, наверное, вот это вот, наверное, третий. Может, вот это вот четвертый. Наверное, нет. Да. Вот ровная. Раз, да. Два. Три. То, что тут не было. Да. Вот это четыре. Вот такой ромбик получился. Так, три. Нарисуй, что получилось. Что-то как-то вот сюда. Да. Ну, что-то как-то не очень. Да. На этом завершаем сегодняшние пострелушки. Всем спасибо. Всем пока. С наступающим Новым годом.